7 отличников на несколько сотен участников. Таковы первые результаты тотального диктанта в Чувашии. Акция проверки знаний русского языка стартовала по всей стране 18 апреля. В Чувашии в этом году диктант написали порядка 400 человек. Сегодня интернет-проект «На связи» опубликовал первые результаты, согласно которым 7 человек получили пятерки. Это на 5 человек больше, чем в прошлом году. Ознакомиться со своими результатами можно на сайте totaldict.ru. Для этого достаточно ввести кодовое слово, которое было указано в бланке. Также ознакомиться со своими работами можно будет в Чебоксарах 23 и 24 апреля в новом корпусе ЧГУ. А в Новочебоксарске 23 апреля в гимназии номер 6. Кстати, 24 апреля жители региона смогут проверить свои знания чувашского языка. Тотальный диктант на чувашском языке проведут на 3 площадках. В ЧГПУ имени Яковлева, Институте гуманитарных наук и Чебоксарском педколледже имени Никольского.